Пит во главе состава. Игорюшины игруши. Привет, ребят, сегодня мы откроем Пита. Точно, это самый старый паровоз в этом мультике, да? Вот такой вот паровозик Пит. Он там с усами или с чем? Или с очками? Или с бровями? Да. Давай быстрее открывай и показывай ребятам, что это за паровоз такой. Ого, карточка-то есть? Ой, я ловлю. А я поймал. Вот она. Ой. Я все равно ее покажу. Вот такой, да, старый Пит. Зеленая с красным карточка. Красивая, двухсторонняя, да? Давай сам паровозик покажем ребятам. Коробочку убираем. И паровозик быстрее показываем. Ну, пожалуйста. Можно, ну? Ну, пожалуйста. Вот такой вот паровозик Пит. Самый старый паровозик в Чагинтоне, да? Сколько лет ему? Я не знаю. Вот у него, это как 56. Очки у него? 56. Почему так? Что ты решил? Проверяем колеса. Да, он падает, смотри. Вот такая у него классная шляпка, да, красного смотрите, цвета. Смотрите, он уезжает. Уезжает? Куда ты? А расскажи, Пит, что ты еще умеешь делать? Ну, я тебе могу рассказать, как правильно загружать вагоны, как сцепляться правильно. А как тебя зовут? Что-то я забыл. Знаешь, как меня зовут? Ну, как тебя зовут? Меня зовут Игорь. А паровозика друга твоего как зовут? Меня Уилсон. О, привет, друг! Привет! Какие вы бодрые паровозики, не то что я. Дряхленький старичок. О, тебе нужна помощь? Я Джекман. Привет, Джекман. Да, мне нужна помощь по сцепке всего состава. Поставите меня во главу, как самого умного и старого. Да, потому что ты очень старый. Держите меня. Давай, все. Пит тащит состав из паровозиков. Поехали! Пит во главе состава. Заворачивай, Пит. Заворачиваю. Ой, на бочок завалился. Ой, что с тобой случилось? Я внезапно сошел с рельс. Поможете мне с помощью подъемника встать на место? Эй, комрад, помоги Брюстеру встать на рельсы. Брюстер, давай. А как ты упал с рельс? Да вот что-то сошел с рельс, помоги-ка мне. Оцепляем сейчас паровозиков. Ты решил его отвезти в депо, чтобы посмотреть, не сломался ли он? Да. Да, я поднимаю его наверх, чтобы он мог добраться до депо. Поехали! Ой! Ой, что? У меня уголь из котлы высыпался. Высыпался? Может быть, котел неисправен вдруг? Я же все-таки старый. Кто мне поможет? Джекман! Джекман, сцепляй, тоже тащи в депо. Будем разбираться и с Брюстером, и с Питом. Так, Джекман зацепил Пита, поднял и повез в депо разбираться, что же там с его котлами. И еще одного в депо. Ну пусть теперь ремонтники разбираются, да? А мы будем прощаться на сегодня. А пока, мальчики и девочки, спасибо, что вам помогли вытащить Пита и Брюстера. Пока, ребята. До новых. Надеюсь, вам понравилось. Мы тоже думаем, что нам понравилось. Пока-пока. Выбирай любую. Подписывайся на канал Игорюшины Игруши.